Успел это снять, но я заснял. Ой, качусь. Да что ж такое? Извините. Ручничок. Санина, блядь. Ну ты санина. Сидуха скатилась, я не успел рубить камеру. Дурак. Что ж ты делаешь? Слышите компрессию? Дух, блядь. А вот сидуха валяется. Можете тебе помочь? Посмотрите на эту ручку газа. Пойдет. Дух. Это компрессия. Только что мы затянули головку и вернулись вновь на трек. В прошлый раз я заехал до сюда. Видишь след? Где? Вот это я упал в прошлый раз. А в этот раз получше? А в этот раз я заехал выше. Ну, за то, что я потянул башку, стало намного лучше. Хорошо, что суппорт с этой стороны. Бляха-муха. Ящерица, люди, господа. Смотрите. Привет академику передай. Ящер, здорово. Короче, она чухнула. Вон она ползет, видите? Все, ты отчислился. Да, она странная. А, нет, нормально. Бляха-муха, чуваки. Надо еще раз попробовать. Давайте сейчас будет дубль 2. А где? А, железяка у тебя? Пацаны, господа, не переключайтесь, будет дубль 2. Может, сразу без поролона поедешь? Так я же и говорю. Ну все, мы идем на исходную позицию с вами. Сейчас завестись еще самое главное. И будет прямой репортаж. Так, я тебе не мешаю? О, хочет. Давайте поддержим его аплодисментами. Давай! Блять, сглазили. Давайте снова. Это на мощь советских моторов. А чё ему не хватает? Почти. Мне кажется, ты струсил и сбросил газ. Он заглох. Я думаю, все напишут в комментарии то, что ты струсил и бросил газ. Я тебе говорю, он заглох. Почему он мог заглохнуть? Шатун вырвало. Он вообще не сядет. Да. Я ехал тупо за счет того, что я разогнался. Давай еще больше разгонись. Какой третий? На второй. Так я на второй сейчас ехал. Тогда на первый надо. Ну ты, короче, разгоняйся на второй, потом ставь первую. И нормас. Бляха-муха. О, ляп твою. На самой горке скинуть на первую? Да. Прикинь, что это будет. Клевок вперед, а потом резкое ускорение и глохнет. Вот как выгляжу я. Как-то вот так. Как-то так все происходит у нас сегодня. Вот куча монаток. И мы вот катаемся вдвоем. Я пойду помогать Саньку. Санини, блядь.